Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Полибий. Полибий около 200-120 года до нашей эры, греческий историк и государственный деятель, активный участник Ахейского союза. После того, как греки были разбиты римлянами при Пидне в 168 году, Полибий в числе других представителей Ахейской знати был доставлен в Рим в качестве политического заложника. В Риме Полибий подружился со Сципионом-младшим и сопровождал его в походах по Испании и Северной Африке. Полибий путешествовал также по Греции, Италии и видел собственными глазами многое из того, о чем он рассказывает в своей всемирной истории. В дошедших до нас 5 книгах описываются события в период с начала Второй Пунической войны до падения Карфагена и Коринфа. Фрагменты же последующих книг содержат весьма ценные сведения, например, анализ Полибия Римской Конституции и его рассуждения о теории историографии. Вот так вкратце о греческом историке, государственном деятеле, активном участнике Ахейского союза. Его звали Полибий. Пока-пока, до свидания.